конечно, я, вот правда, пускай меня простят мои поклонники, мои фанаты, мои любимые телезрители, я хотел бы вернуться в СССР. Что и происходит практически сейчас. Мы сейчас видим Казахстан, мы сейчас видим Белоруссию, сейчас на подходе Армения и многое-многое-многое. Нас спасет только объединение, соединение. СССР – многонациональная страна. Индуисты, буддуисты, мусульмане. Когда тебе плохо, всегда мы приходили тебе на помощь. Когда мне плохо, ты ко мне придешь на помощь. Так были мы воспитаны с молоком матери. Так была воспитана Россия. Нас бьют, мы почему-то подставляем правую щечку. Нас бьют, мы подставляем левую щечку. Мы такие. По поводу развязывания холодной войны я тоже за. Казалось бы, глупо говорить, что за холодную войну. Но я скажу, приведу примеры. Днем в Харькове мы выпускали комбайны. Ночью в Харькове мы выпускали танки. Мы днем выпускали печки электрические, а ночью мы выпускали баллистические ракеты. У нас были рабочие места, у нас была страховка, у нас была заинтересованность в людях, потому что все варилось. Сейчас я рад, что олигархи не будут выводить деньги за границу, в офшоры, а все будет принадлежать здесь, у нас. Вкладывание в производство. Это пластиковые карты новые, это средства связи новые. То есть, понимаешь, вот это дано для того, чтобы была холодная война, тогда это экономика.